В Нефтеюганске открыли крытый хоккейный корт. Он станет базой подготовки резерва для сборных команд округа. На катке юные спортсмены будут заниматься хоккеем круглый год. Одновременно здесь смогут гонять шайбу 50 человек. В секцию примут до 220 ребят. Ежедневно на массовое катание смогут приходить больше 1000 нефтеюганцев. Кроме того, в центре будут предоставлять оздоровительные услуги. Ханты-Мансийский автономный округ получил прекрасный подарок. Его социальная инфраструктура приросла современным, очень нужным, очень востребованным объектом.